Всем привет! Сейчас я покажу, как я закоптил курицу в лесу. Не то, что магазинная, там жидкий дым. Вот, реально копченая вещь, самодельную эту делал. Коптильню. На чем коптил-то? На это. На елке, о, на решеточке, вот корочка такая, открываем, ничего у нас не подгорело, о, и пахнет дыма, очень сильно дымом пахнет. Это у нас ножки, часть отрезал, где тут хвостик, вот хвостик от курицы. Да. Вот такое мяско получилось. О. Видно, кто покупал в магазине, тут тоже немножко сыровато, ну такой цвет. Не варен, ничего. Мясо даже пахнет. С помидорчиком. О, шкурка какая. Ну, шкурку можно это оторвать и выкинуть. Немного подпалилось. И все. Так, вам понравилось это видео. Лайк, подписка. А у меня уже текут слюни. Как бы так. Сейчас. Слюна перебивает мозг. Так, что еще? А, заходите в сообщество, в плейлисты. Все, всем пока.